мои дорогие друзья, с вами на связи Виктория Фоль, я рада вас приветствовать на моем 5-м видеоблоге. Какие у меня на сегодня планы? Сегодня у меня планы обзвон моих партнеров и клиентов по новому каталогу. Я хочу вам рассказать новинки о новой нашей продукции. Также у меня планы на сегодняшний день, посоветовал эту книгу мой муж. Она называется на русском языке, если перевести с немецкого языка, «Школа лидерства от морских котиков», которую написал Марк Дивайн. Если вы смотрите мои каналы, да, то я читаю очень много на русском, но если посоветовал муж эту книгу на немецком, значит будем подтягивать свой немецкий язык и читать эту книгу. И многое другое будет в этом видео. Так что следите за моим видео. До связи! Сегодня я решила приготовить впервые в жизни копченую рыбу в собственном приготовлении. Для этого мне понадобится 685 грамм красной рыбы. Затем я взяла один лимон, укроп, зеленый лук, морковку, две петрушки. Мне понадобится соль и перец. И я взяла оливен-эль для того, чтобы это все аккуратно измельчить овощи и выложить на рыбу. Затем мне понадобится фольга. Это я все выложу на фольгу, аккуратно закрою и поставлю в духовочку при 180 градусов температуры. Друзья мои, вот хотела показать вам мою рыбку в процессе. То есть вы видите, я уже ее разрезала, помыла, посолила, поперчила, порезала тоненько цитроны, лимон, затем выложила оранжевую паприку, поклала такими большими ломтиками зеленый лук, укропчик, и теперь сейчас я возьму сверху еще одну фольгу, накрою, аккуратно все это полила оливье. Оливен-эль я, и сейчас, как я уже сказала, закрою сверху фольгу и поставлю в духовочку. Духовка моя уже нагревается при 180 градусов, и уже примерно минут через 20 моя рыба будет готова. Приветик, моя хорошая, вы видите, что я уже одета в спортивную форму, а это значит, что я в своем 4-м видео рассказывала о том, что я для себя сделала вызов скинуть минус 10 килограмм к концу лета 2017 года. Над этим нужно, конечно, много постараться, но я себе упростила свои действия. Я для себя подобрала человека, который будет меня каждый день мотивировать. Я взяла для себя персонального коуча, это моего старшего сына Джастина, который поможет мне скинуть мои лишние килограммы, чтобы я пришла к концу лета в хорошую форму. Друзья, вы видите, что у нас сейчас солнечная погода, буквально 5 минут назад у нас был дождь, сейчас капают капли на мою футболку, но это не значит то, что мы сейчас отменяем спорт. Нет, мы сейчас через пару минут пойдем заниматься бегом. Ну что, мои дорогие, пробежали мы несколько километров с старшим сыном. Как я уже сказала, это мой персональный коуч по спорту. И сейчас необходимо нам сделать пару упражнений, и Джастин мне сейчас покажет. Посмотрим, Джастин. Мы делаем 3 упражнения от 3 до 15. Мы делаем 3 упражнения по 15 раз, будем повторять один за другим. Die nächste Übung heißt Ausfallschritte im Gang. So sieht sie aus. Man geht ein Fuß, ein Ausfallschritt nach vorn und immer so weiter. Следующее упражнение, друзья, называется приседание шагами. Komm. Jetzt kommen wir zur nächsten Übung. Die nächste Übung heißt Liegestütze. Man geht in den Liegestütz und drückt sich runter und wieder hoch. Okay. Im Englischen Push-ups genannt. Okay, друзья, сейчас следующее наше упражнение – отжимание от пола. Но так как Джастин отжимается, я не могу, я сделаю ноги на перекрест. И нужно 15 раз, но я сделаю 5, постараюсь. So, letzte Übung sind Hampelmänner.
Сейчас мы будем делать упражнения. Покажи, Джастин. Прыжки руками вверх. Aufführen Sie mal, ja, Jessie? Ja. So. Все? Так, мои хорошие, это было только начало моей тренировки. Это длинная дорога. Но мне понравилось, друзья. Что скажешь ты, Джастин? Ich gebe euch nur einen Tipp. Gebt niemals auf und glaubt an euer Herz. Egal, was andere Leute sagen, ignoriert die. Wenn die sagen, es, ihr macht die Übung falsch, macht sie sie falsch. Aber irgendwann steigert ihr euch bei der Übung und wird besser. Друзья мои, я переведу, что сказал Джастин. Смотрите вперед, не оглядывайтесь назад. Видите перед собой цель, и не важно, что со стороны скажут другие люди. Верьте и действуйте. До следующего видео.